Городские дороги, подъезды к объектам социальной сферы, остановки общественного транспорта в Самаре расчищены более чем на 85%. Город от снежного плена освобождали всю ночь. Об этом говорили на совещании в департаменте ЖКХ, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Не оставили без внимания общественные пространства, парки, скверы, набережную. Любимые места для прогулок самарцев. Всего их в городе 146. Некоторые из них требуют особого подхода. К примеру, сад Баланса. В его обустройстве использованы разнохарактерные покрытия. При его расчистке от снега необходимо учитывать перепад фактур. Помимо асфальта, на некоторых дорожках сквера использован гравий. Во время механической чистки он может быть поврежден. Чтобы этого избежать, расчищать будут только асфальтированные дорожки сада, а в местах с гравийным покрытием снег будут утрамбовывать. То же касается и обновленной вертолетной площадки. Там расчистят только прогулочные зоны. Кроме того, главы районов доложили об алгоритме действий при получении информации об изменениях погодных условий. Работа налажена, срывов быть не должно. У нас с вами уже давно отработаны технологии по передаче информации, по контролю за ситуацией и по взаимодействию с управляющими компаниями. Самое главное, вот эту технологию и эти договоренности все выдерживать. Городские власти несут ответственность за УДС, тротуары, за внутриквартальные проезды отвечают главы районов, в их ведомстве и работу управляющих компаний, каждая из которых должна понимать, когда проводить расчистку вверенной ей территории, не нарушая привычного ритма жизни жителей. Как подчеркнул первый замглавы Владимир Василенко, тракторы должны заступать на уборку территории до того, как люди отправятся на работу и по делам. Потом освобождать дворы, чтобы жители могли беспрепятственно из них выехать, и уже затем снова чистить, захватывая освободившиеся парковочные карманы. Особое внимание следует уделить уборке внутриквартальных проездов и подъездов к контейнерным площадкам в период новогодних праздников. И я обращаюсь здесь и к районам, и обращаюсь, Олег Владимирович, к муниципальным предприятиям. Подъезды контейнерных площадок, это в протокол запишите, мы обязаны расчистить, потому что действительно вывоз мусора нужно проводить ритмично. Все будут дома, и мусора будет в 2-3 раза больше, нежели его у нас в обычные дни. Прошу отдельно по дворовой территории, чтобы все контейнерные площадки в первую очередь расчищались. Первый замглавы города также призвал рекоператора после окончания праздников своевременно вывозить с контейнерных площадок елки. Виктория Шарая, Константин Головин. События.